такие мини-елочки. Красивенькие тоже. Ручная работа. И такое сегодня могут предложить на елочных базарах Красногорска, которые по традиции начали свою работу в последние недели декабря. Роман Помаревцев за новогодней красавицей поспешил на одну из трех торговых точек в Павшинской пойме. Из всего многообразия хвои выбор остановил на классике – двухметровой сосне. Хотелось атмосферы Нового года, запах сосны, ну, хорошее настроение, скажем так. Свежий запах сосны и леса, а вместе с ним и новогоднее настроение ждут красногорцев не только в Павшинской пойме. Для удобства жителей по всему округу открыто аж 40 елочных базаров. Все елочные базары размещены как в центральной части города, также у нас елочные базары размещаются и на окраинах города, на территории крупных торговых центров, ближе к крупных шоссе. Поэтому мы постарались предусмотреть все для того, чтобы в каждом нашем доме, у каждого жителя царила новогодняя обстановка, и все мы готовились к празднику. И сделать это жители округа смогут даже в самый последний момент. Базары будут работать вплоть до 31 декабря. Ели, сосны и пихты дожидаются красногорцев на площадках в микрорайонах Чернево, Изумрудные холмы, Южные и Путилково, в поселках Нахабино и Мечниково, а также в деревне Гальёво.